Огурец на столе – польза и вред для организма человека. Поехали! Огурец – полезный овощ с тонкой натурой. На 97% он состоит из воды, свойства которой успешно используются косметологами, кулинарами и сторонниками правильного питания. Огородный житель полезен для организма, но может нанести и вред здоровью человека. Огурец – один из самых популярных в мире овощей. Для еды его окультурили более 6000 лет назад. Сегодня представители семейства тыквенных выращивают практически на всех континентах. На территорию Российской Федерации огурец попал примерно в 16 веке. Он хорошо прижился в климате средней полосы и южных регионов. Легкий и приятный на вкус овощ завоевал кулинарный почет везде, где появлялся. Есть мнение, что свежий огурец может быть не слишком полезен, поскольку почти полностью состоит из воды. На самом деле один 100-граммовый плод содержит примерно 15 килокалорий, 0,8 грамм белков, 0,1 грамм жира и 2,5 грамм углеводов. В довольно большом количестве в огурцах содержится кальций, калий, фосфор, хлор и магний. Есть и другие макро- и микроэлементы, витамины и сахариды. Остальные 97% занимает вода. Как раз с ней связана основная масса полезных свойств овоща, но не все полезные свойства огурца. Свежий огурец имеет множество полезных свойств для человеческого организма. Плод – отличный увлажнитель. Обилие воды в составе подкрепляется, свойства калия положительно влиять на снабжение влагой органов и тканей. Огурец оказывает мягкий и стойкий мочегонный эффект, который помогает избавиться от отеков и излишков жира в тканях организма. Овощ – природный абсорбент. Он активно выводит яды и другие вредные вещества при интоксикации. Татроновые кислоты, которые содержатся в огурце, перерабатывают углеводы и предупреждают накопление в организме жировой массы. Это свойство активно используется диетологами. Кроме того, при минимальном количестве калорий огурец способен растянуть стенки живота и вызвать ощущение насыщения, что очень полезно во время диет. Соли в составе огурца выравнивают кислотно-щелочной баланс и процесс обмена веществ, нейтрализуют и выводят из организма излишки кислых соединений. Поэтому овощ является отличным средством против камней в почках. Плоды содержат в большом объеме клетчатку, поэтому показатели огурцы лидируют среди овощей. Они благотворно влияют на работу сердца, кровеносной системы, предупреждают появление холестериновых бляшек в сосудах. Йод в составе овоща положительно влияет на работу щитовидной железы. Овощ расщепляет сахарозу. Нежные пищевые волокна огурца очищают кишечник, положительно влияя на его моторику и перистальтику. Огурец богат витамином С. Это способствует укреплению иммунитета. Внимание! Научно доказано, что больше всего витамина С в огурцах маленького размера. Использование огурцов в косметологии. Давно доказано и проверено на практике косметические свойства огурца. Женщины активно используют овощ, чтобы поддерживать хорошее состояние кожи, сохранять ее молодость и свежесть. Дамы используют отвары, настои, маски, пожалуй, самые популярные в домашней косметологии. Нарезанные колечками плоды оказывают такое действие на кожу. Увлажняют, снимают отеки, разглаживают морщины, вытягивают вредные вещества, вытягивают грязь, борются с воспалениями, отбеливают и улучшают цвет лица и снимают отеки с уставших глаз. А есть еще вредные свойства огурцов. Водянистая основа огурца одновременно с полезностью очень уязвима. Она может накапливать вредные вещества. Выращивание ранних или несезонных огурцов, скорее всего, используется искусственный стимулятор или пестициды. Поэтому они могут быть вредны для организма человека. Такие овощи врачи рекомендуют категорически не покупать. Риски – отравление, расстройство работы желудка, печени и почек. Нитраты могут дать о себе знать не сразу, но достаточно долго будут находиться в вашем организме, ожидая пополнения до критического количества. Есть еще другие отрицательные стороны огурца. Огурец вреден для людей, которым не рекомендовано избыточное употребление воды. Например, при патологии почек овощ ограничивают до 100 грамм в сутки. Опасен чрезмерным растягиванием желудка. Для желающих похудеть это может дать обратный эффект. Увеличение аппетита вместо его притупления имеет ограничения для людей, болеющих язвой желудка или гастритом. Особенности воздействия соленых огурцов на организм.
Этот овощ активно заготавливают и консервируют. В составе солений свойства огурца несколько меняется. Маринованные огурчики противопоказаны людям, страдающим атеросклерозом и гипертонией и расстройствами функций печени. Также нежелательно их есть беременным. Соленые огурцы лучше ограничить в рационе людям с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Огурцы с любой степенью солености лучше не есть при болезнях почек, гепатите и других болезнях печени, при ожирении и других нарушениях обмена веществ. Соленые огурцы также полезны, как и свежие. Они содержат много воды, те же микроэлементы и витамины. Однако соленые огурчики разогревают аппетит. В целом популярный овощ имеет массу полезных веществ, а негативные преимущественно связаны с технологией выращивания. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем хорошего здоровья, удачи и пока!